широкий перечень услуг предприятия жилищно-коммунального хозяйства входят разноплановые ремонты, которые становятся особенно актуальны с началом теплого сезона. Однако ввиду чрезвычайной ситуации и действующих изменений в правилах Кабинета министров, ПЖКХ пока не имеет права проводить работы внутри квартир, за исключением аварийных случаев. Как только чрезвычайная ситуация будет отменена, специалисты предприятия будут готовы выполнять заказы по замене радиаторов, начнется замена счетчиков потребления воды и многие другие работы. Действующие ограничения, однако, не запрещают проводить замену общедомовых счетчиков воды, ремонт системы отопления, дверей и коридорного пространства. Сейчас ПЖКХ акцентирует внимание горожан на менее популярных работах, таких как, например, замене лифтов и электропроводки. Всего на обслуживании ПЖКХ находится 68 лифтов, и все они не старше 30 лет, но у части из них срок эксплуатации подходит к концу. Специалисты предприятия регулярно осматривают их, проводят необходимые работы, но если они устарели, то их необходимо заменять или отключать. Если срок эксплуатации лифта заканчивается, об этом сообщается собственникам и предлагается вариант замены старого лифта на новый, что недавно было сделано, например, в многоквартирном доме на улице Графтио. Ситуация с электропроводкой выглядит сложнее, так как хотя в самих квартирах жильцы заменяют провода, общедомовая проводка остается прежней, в то время как нагрузка на сеть неуклонно возрастает. Во многих домах алюминиевую электропроводку не заменяли 40 и даже более лет, в то время как интенсивность потребления ввиду использования индукционных плит, электрических духовок, чайников, миксеров и особенно полов с подогревом значительно выросла. Два раза в год электрики ПЖКХ проводят визуальное обследование электроинсталляций, но если есть подозрение на неполадки или сильно возросшую мощность, лучше договориться о замене общей проводки. Сегодня наиболее часто в ПЖКХ обращаются по поводу окончания сроков действия счетчиков воды. Предприятия заверяют своих клиентов, что они по-прежнему могут ими пользоваться и подавать показания воды в конце каждого месяца. Заменить счетчики можно будет как минимум в течение 3 месяца после отмены чрезвычайной ситуации. Приоритет будет отдаваться наиболее просроченным агрегатам. Если счетчики не будут заменены в срок, штрафные санкции будут отложены. Более подробная информация доступна по телефонам ПЖКХ. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.